Добрый день, дорогие посетители информационного портала ulpravda.ru. Меня зовут Дарья Сударева, и это актуальное интервью. Прямиком из Москвы к нам приехал председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Николаевич Рябухин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вы сегодня прибыли в Ульяновск с почетной миссией поздравить со 170-летием библиотеку областную. Расскажите подробнее. Да, на самом деле сегодня такое очень знаменательное и очень важное историческое событие не только в рамках нашего города, Ульяновской области, но и всего Среднего Поволжья, я бы сказал, да, всей Волги. Потому что тогда, 170 лет назад, когда открывалась вот эта библиотека, это культурный такой исторический центр, то это было очень важное событие. Очень именитые, знаменитые граждане Ульяновска, Ульяновской губернии были активными участниками этого события и материальными помощью, какими-то ресурсами помогали, личные библиотеки передавали фонды библиотечные и так далее. Поэтому это такое было, это зарождение такого очень мощного, такого культурного очага, который... над которым попечительствовали очень выдающиеся, очень знаменитые люди. Ну, во-первых, там брат Николая Михайловича Карамзина, он был очень многие годы председателем Печейского совета, губернаторы, воеводы, генерал-губернаторы, такие люди, как там Вяземский, как Николай Языков, Николай Михайлович Языков, Керенский отец был, значит, Дмитрий Ильич Ульянов, ну и я не буду там перечислять, на самом деле очень достойно, уважаемые, известные не только в Ульяновской области, в Симбирской губернии, в Ульяновской области, но и во всей России люди. Многомиллионный фонд библиотечный, очень много научных книг и архивных материалов, исторических материалов. И мне очень приятно иметь дело, мы с Борисом Ивановичем Зотовым, когда он был председателем законодательного собрания, для нас большая была честь, мы передали тоже свой, внесли небольшой вклад, восстановили очень такой значительный фрагмент библиотеки Ивана Грозного, лицево-летописный свод, это, по сути, факсимильное издание. Книги по 20-25 килограмм при Иване Грозном, это кожный переплет такой. Собрали со всей России 22 переплетчика, сделали, восстановили таким, какой он был, один экземпляр передали. А это очень внушительное такое, 22 тома весом 250 килограмм. Библиотеку президента мы передали, у Путина у Владимира Владимировича один экземпляр в Российскую Академию Наук, и третий экземпляр мы передали в нашу Карамзинскую библиотеку. Поэтому теперь не просто мы создали условия для доступа, значит, для изучения каждой странички, каждой записи, а на полях, кстати говоря, этого уникального вот, такого культурного наследия, да, есть пометки Ломоносова, значит, там императорской семьи, царской семьи, там, Российской Академии Наук. То есть мы собирали из трех фондов: Российской Академии Наук, Исторический музей и Пушкинский дом. Это кропотливейшая работа. Вот. И мы завершили. Мустафин Харис Харисович возглавлял эту работу. Удивительный человек, отдельная история, можно рассказывать. Но вот мы один экземпляр передали. И у нас, я хочу, чтобы все знали, ульянцы, и не только те, кто занимается историей литературы, историей нашего края, историей нашего государства российского, да и святыми книгами, которые впервые были вот в библиотеке Ивана Грозного написаны вручную. Теперь уже транслитературный даже перевод. Мы не просто вот восстановили факсимильный вариант библиотеки Ивана Грозного, ну, тут части, она в основном утрачена, вот эта вот часть, лицево-летописный свод, мы ее восстановили. Но и те люди, которые приходят в педагогику, в литературу, значит, вот, словесники, кто хочет посвятить свою жизнь вот, преподавателя главным образом, я хочу сказать о том, что у вас теперь есть возможность полистать, потому что в Российской Академии Наук или в Историческом музее вам не дадут даже в перчатках дотронуться до этого уникального пергамента, который рассыпается. Нам стоило больших трудов, чтобы убедить и Российскую Академию, Исторический музей, Пушкинский дом, чтобы нам отдали вот для того, чтобы мы сканировали на специальной технике. Даже там капелька от воска свечи, которая там 400 лет назад упала, она пропитала пергамент, переворачиваешь, и там мы сделали
пропитанную, эту же капельку, да, на обратной стороне листа. То есть уникальный вот такой шедевр, он хранится в нашей Карамзинской библиотеке, поэтому мы сегодня соберем не только сотрудников этой библиотеки, но всех, кто любит слово, всех, кто, значит, знает и любит нашу историю, литературу. Поздравим с этим событием, вот сформулируем приоритетные задачи на ближайшую перспективу. Мы, там будет и приветствие губернатора, и приветствие председателя законодательного собрания Бакаева. Вот, ну и вот приедут и гости, соседи к нам на это событие. Поэтому вот я зачитаю приветствие на адрес от Валентины Ивановны Матвиенко. Она тоже понимает, отдает отчет, насколько это важные события в исторической и культурной жизни нашего государства. Насколько я знаю, у вас какой-то подарок тоже для библиотеки есть. Ну, кроме приветствия председателя, спикера Совета Федерации, мы еще подготовили сюрприз. Я сейчас не хочу говорить об этом, но мы, значит, помогли нашим литературоведам, историкам подготовить к изданию и издать книгу нашего земляка. Не буду говорить вот раньше времени, значит, поэтому всех приглашаю прийти туда и посмотреть. Поэтому мы сегодня первый тираж. И, кстати, эта книга разойдется потом по всему библиотечному фонду Ульяновской области. Тираж этой книги, о которой пока не буду говорить, около там 1000 экземпляров мы раздадим во все школьные библиотеки, районные библиотеки. То есть мы вот как будто поддержали инициативу наших вот ульяновцев, литературоведов, писателей, историков, и поддержали их вместе с губернатором. Вот мы такой подарок сделали. Поэтому я думаю, что по всей области это разойдется. Всем хватит. Всем хватит. А вчера стало известно, что вы вошли в состав авторов законопроекта об ответных мерах на антироссийскую политику США. Вот в чем ваша принципиальная позиция касаемо данного документа? Может быть, какие-то контрмеры, по вашему мнению, нужно принять в первую очередь? Да, честно говоря, одной фразы, видимо, трудно описать, да, вот свои чувства. Мы на протяжении многих лет, последних лет, и не только после крымских событий, и до крымских событий, всегда американцы находили какие-то поводы для того, чтобы сделать нам пакость, какую-то подлость. Вот. То, значит, Магнитскому, то потом, значит, еще какие-то находили причины. И это уже какая-то шизофреническая такая агрессивность. Ее там сложно как-то вот связывать с какими-то климатическими весенними и осенними обострениями. Это уже просто уже так патологическая ненависть. Озлобленные дядьки, тетки, значит, вот думают, что это как когда-то пройдет, и уже ты понимаешь, уже на протяжении многих лет Это уже патология, это уже не какой-то эпизод или там ситуационная какая-то мера или санкции, то есть это уже так продуманная политика на уничтожение суверенитета и независимости нашего государства, его полностью подчинение. Понятно, что самая богатая в мире страна, 40% мировых ресурсов находится на территории нашей страны. Ослабить нашу мощность, ослабить нашу способность защищать наш суверенитет и независимость. И, видимо, видимо, главная эта идея в этом. Поэтому есть красная линия, за которую отступать уже нельзя. Мы отступаем, мы соглашаемся, мы оправдываемся, мы говорим, что мы не такие, мы другие, вы нас неправильно поняли. Присмотритесь к нам, мы другие. И вот мы на протяжении многих лет в таком режиме, оправдания находимся, что та страна, агрессивная страна, они уже видят в этом нашем проявлении слабость. То есть уже наступило время, когда надо сформулировать, что мы можем противопоставить вот этому, во-первых, противоправному с точки зрения международного права, вот этому санкционному политике и этим действиям. А с другой стороны, надо просто заявить о том, что мы тоже можем и способны сформулировать ответные санкции. Что здесь главное, на мой взгляд, почему я дал согласие войти вот в эту рабочую группу доработки, значит, законопроект, который сформулировали
в Государственной Думе все фракции. Первое – это этими санкциями ответными не навредить собственной экономике, собственной стране. Поэтому ни в коем случае, значит, этот закон не должен носить какой-то такой предметный до каждой пуговицы, до каждой, значит, вот запятой, значит. Этот закон должен носить рамочный характер, я бы даже сказал, разрешительно-рамочный характер, который бы позволял президенту и в особых случаях правительству оперативно принимать контрмеры, значит, по любой какой-то агрессивной или недружественной акции, которая по отношению к нам проявляется, либо Соединенными Штатами Америки, либо иными государствами под давлением Соединенных Штатов Америки. Ведь мы же понимаем, что Европа сама не инициирует, она утратила свой суверенитет, Европа, к сожалению. И они вынуждены идти вот под этот диктат и под это давление в ущерб, порой в ущерб своим экономическим интересам, национальным интересам. Поляки, несмотря на то, что мы так вот не очень жестко относимся к перекрытию их яблок, там они все равно через Белоруссию нам возят фурами, да, если уж так полностью железный занавес закрыт, то ущерб для сельского хозяйства, для фермеров Польши гораздо будет больше. И там тоже поляки тоже не понимают, простые граждане не понимают, почему они должны страдать из-за этого, значит, вот неразумного, необдуманного, голотяпского такого поведения из-за Соединенных Штатов, из океана. Дело в том, что ведь, если вот так посмотреть, американцы этими санкциями-то, они же ничего не теряют. Вот в структуре их экспорта на Россию приходится меньше 1%. В отличие от Германии, от Польши, там, от Чехии, от Венгрии там, и так далее. А мы поставляем вот, в структуре нашего экспорта на территорию Соединенных Штатов Америки не более 4%. Ну, там двигатели, металл, значит, там, значит, углеводороды там, и так далее. То есть не мы не можем какого-то существенного ответа им нанести, какого-то удара. Да, собственно, у нас и нет таких целей. Мы пытаемся им, одумаемся, мы говорим, вы откажитесь от этой вот политики гегемона. Ну, закончились те времена. Значит, с 90-го года уже прошло очень много времени. За 27 лет мы сумели отряхнуться, снять розовые очки и убедиться, что нас никто там не ждет. В международном рынке разделения труда никто не ждет с нашими. Это по нашим соседям в Европе можно увидеть. Посмотрите, что происходит в Югославии. Ну, кто там? Ну, значит, все предприятия встали в аграрной отрасли, значит, в промышленности, в переработке. Венгры то же самое. То, что все консервы или какие-то там, значит, вот, овощные продукты консервированные, мы все время получали с Венгрии, да, Болгарии, Венгрии. Все, этот рынок. В Европе их не ждут, от нас они отказались, и все это рухнуло. На дотациях долго не проживешь, и поэтому все граждане, большая часть, до 1/3, в некоторых даже половина странах вынуждены сейчас обслуживать богатые западноевропейские страны. В Великобритании, в Голландии, в Германии работают либо сантехниками, либо дворниками, либо нянечками. Значит, вот, собственно говоря, и все разделение. Мы не хотим такого участи для наших граждан, поэтому самое главное, вот, на мой взгляд, вот самая главная мера в этих контрсанкциях, я пытаюсь всех своих коллег в этом убедить, не насолить, вот они бросили нам какую-то грязь, а мы их, ну, условно говоря, так образно говорим. Нам самая главная мера в этих контрсанкциях – это как можно быстрыми темпами восстанавливать экономику во всех отраслях. Мы должны быть независимыми во всех отраслях, в продовольственном блоке, в первую очередь в продовольствии. Мы должны полностью сейчас, и благодаря тому, что Путин на протяжении последних лет вот этот вот такой тезис, этот приоритет выдерживает и демонстрирует, поэтому агропромышленный комплекс, мы по некоторым видам продукции в агропромышленном комплексе вышли не просто на рекордные показатели у себя в истории нашей страны, но мы лидируем во всем мире. Поэтому вот такой подход должен быть в электронике,
в тяжелом машиностроении, ее надо восстанавливать, Заводы, которые в 90-м году просто, значит, искусственно закрывали, в том числе и наш Ульяновский завод тяжелого станкостроения, таких заводов по всей России еще было много, и мы стали зависимы от тяжелого машиностроения Италии, Германии, значит, вот Соединенных Штатов Америки, Катерпиллер или там, значит, Маны и так далее. Вот нам надо все это сейчас восстанавливать. Мы должны суверенитет в глобальном смысле, а не в политическом только вот, добиваться. В этом смысле у нас все хорошо получается. Президент жестко, как гарант Конституции, отстаивает интересы, позиции. Но мы еще пока в мировой структуре производства, значит, мировой валовый продукт, мы занимаем там всего 2%. А китайцы вышли уже, несмотря на то, что они не поменяли, значит, в глобальном понимании этого слова политическую систему, они 22%. Вот нам надо выходить на те методы, на те набор инструментов, которые применяли в своей реформе экономики китайцы. Я об этом, когда говорил, еще будучи заместителем губернатора в 92-м году, надо мной смеялись. Антибюрократический центр был такой в Ульяновске. И они громко надо мной смеялись, знаешь. Какой Китай? Это значит, они там, значит, это позор, вы ориентируетесь на Китай. Просто тогда они разглядели, что они продуманную реформу для своего народа, для своей экономики, для своей страны придумали. Настолько продуманная, она шаг за шагом, и вот они сейчас добились этого результата. То есть это первая экономика в мире. Над ней еще смеялись 25 лет, и когда я всех своих оппонентов призывал, присмотритесь, ребята, вы не способны в пылу политических дискуссий увидеть, что происходит с нашим самым большим соседом. И они добились за эти годы, не спеша, они вышли на первое. Да, среднедушевое, значит, вот товарной продукции у них, конечно, чуть-чуть поменьше, потому что их 1,7 млрд, а там 300 миллионов в Соединенных Штатах Америки. На душу населения, конечно, это поменьше. Но если брать всю воловку, то, конечно, они уже на первом месте. Над этим еще смеялись несколько лет, а это уже сейчас реальность. Поэтому это очень важно, что мы вовремя все-таки, Путин вот настроил и правительство, межправсоглашение есть с Китаем долгосрочное, и не только по углеводородам, и по авиастроению, и по атомной энергетике, и по другим там, значит, вот отраслям. У нас выстраивается такой очень хороший такой набор таких стратегических задач, которые могут помогать вот, значит, в развитии экономики, ну и всех отраслей нашего социума. Поэтому самая главная задача в этих антисанкциях – это не стрельнуть себе в ногу, значит, вот, ну не будем поставлять титан, так никто не ставит вопрос. Вот некоторые журналисты там переврали мой комментарий, там, одна недобросовестная журналистка спрашивает, а чем мы можем удивить американцев в авиастроении? Я ей говорю, ну, вам неплохо бы почитать хотя бы энциклопедию или справочники, что мы поставляем туда титан. На следующий день читаю, оказывается, Рябухин предлагает прекратить поставки титана. Ну, я, во-первых, такого никогда не могу сказать, потому что за производством этого уникального металла стоит 20 с лишним тысяч наших работающих, рабочих. И мы на протяжении многих лет, значит, выполняя, так сказать, послание президента, формировали нормативно-правовую базу, законодательные какие-то вот вещи, которые создавали благоприятные условия для развития этого вида производства, как я могу такое предлагать закрыть? Ну, это же надо быть просто последним идиотом, простите за такое выражение, чтобы желать вот, значит, своей экономике, своим согражданам закрытие производства. Другое дело, значит, что американцы должны понимать, что они находятся в интеграционном поле, в экономическом, и они получают от нас эту продукцию. Я также рассказывал о том, что мы на протяжении многих лет, уже 25 лет, направляем двигатель РД-180. Это уникальный двигатель, который изобрел коллега Королева Сергей Павлович, Глушко. Это гениальный изобретатель был, который как сумел вот 50 лет победить соревнования с ракетостроителями, двигателестроителями американскими. Американцы шли по пути увеличения тепловой температуры плавления металла, камеры сгорания. От этого зависит мощность ракеты, которую можно выводить.
А Глушко так подумал, а зачем? Значит, соревноваться в этом. Ну, можно на 10 градусов, на 20 градусов. И все, потолок. Он взял камеру сгорания, разделил на 4 камеры и увеличил мощность двигателя в 4 раза. Ну, это вот такая русская смекалка. Американцы, как Задорнов говорит, говорил, они тупые, они не сумели понять простого замысла, который сделал Глушко. И они 50 лет не могут никак это изобрести, вот двух- или четырехкамерный. Поэтому РД-180 – это не четырехкамерный, даже, а двухкамерный двигатель, который они используют для своих ракетно-космических программ. Ну, обидно, что они используют не только для космических нужд НАСА, но и для военного космоса. Пентагон запускает против нас спутники, разведывательные спутники на наших двигателях РД-180. Поэтому здесь вот такой набор, вещей, которые граждане Америки должны понимать. Потому что те политики, которые манипулируют вот экономикой Соединенных Штатов Америки, международным правом тех, кто манипулирует, они же не рассказывают всем американцам, что они творят, что они вот в нарушение, норм Организации Объединенных Наций, Совета Безопасности, что они творят. Поэтому здесь вот мы должны такой рамочный закон предложить правительству и, в первую очередь, президенту, как верховному главнокомандующему, как главе государства, с тем, чтобы он на каждый вот такой недружественный шаг мог оперативно в течение 24 часов принимать решение. И я против там детализации. Сколько каких лекарств, мы производим, каких не надо покупать. Вот этого не надо. Не надо. Например, президент в своем послании, последнем послании президент сформулировал Федеральному собранию задачу как приоритетную – борьба с онкологией. Но мы должны признать, что фармацея против онкологии и раковых заболеваний, мы еще пока не догнали. Не только американцев, но даже кубинцев не догнали. Кубинцы, если мы хотим посмотреть их, или поставить перед собой задачу, какая бы, смоделировать, какая была у нас медицина, если бы мы не пережили катастрофические 90-е годы. Вот кубинцы научились у нас, и они шаг за шагом каждый год совершенствовали здравоохранение. Поэтому у них продолжительность жизни, качество лекарств на Кубе гораздо выше, потому что они не закрывали свои заводы по производству лекарств, они не закрывали свои лаборатории исследовательские, которые клинические испытания проводили, там, внедряли, усовершенствовали и так далее. То есть нас убедили в том, что нам не надо этим заниматься. Вы производите, добываете эту грязь, газ, поставляйте это, баррелями, к нам, а мы уж вам будем. И мы пошли по гайдаровскому принципу на эту ловушку. И теперь уже, это уже последних 15 лет, из руин сейчас поднимаемся и выстраиваем. И фармацею выстраиваем, и исследования сейчас, и против онкологии очень многие. Скворцов неоднократно докладывал президенту и на правительстве. Мы уже сейчас восстанавливаем эти позиции. Но еще нам еще потребуется какое-то время. И надо быть тоже глупцом, чтобы отказаться от всего перечня лекарств, которые у нас еще пока нет, а там есть. Поэтому здесь тоже надо быть осторожным. И поэтому на каждый вот... У нас принципиальные вещи какие должны быть, на мой взгляд. Еще раз возвращаясь к тому, что я сказал. Мы должны продовольственную независимость, суверенитет восстановить. Военно-промышленный комплекс должен быть. И мы сейчас события в Сирии показали, что президент, как верховный главнокомандующий, не просто держит руку на пульсе, но и регулярно слушает доклады Министерства обороны, военно-промышленный комплекс и Чемизова, и Рогозина. И они докладывают, что, по каким группам и видам вооружений у нас происходит модернизация. То есть вторая задача. Третья задача, на мой взгляд, это колоссальные наработки нашей фундаментальной науки научиться применять в реальном секторе экономики. То есть прикладная наука должна быть очень сильная. Образование. Надо сейчас вернуться к тому, чтобы в каждом вузе, в каждом политехе, в каждом сельскохозяйственной академии или институте были современные оборудования, лаборатории, чтобы мы учились не на лабораторном оборудовании, на котором я учился, допустим, в политехе еще 40 лет назад, а надо
Я вот был в Китае, вот с рабочей Валентин Иван Матвиенко поручал мне там встречи с Центральным банком, Минфином, Нижней и Верхней палатой я встречался. Я, естественно, конечно, я поинтересовался, ездил и на предприятия, и вузы. Но, понимаете, вот это, ну, это мне завидно даже стало. Я хотел подобрать слово, но это зависть самая настоящая. Современное лабораторное оборудование в вузах. А это очень важно. То есть выпускники не будут тратить, выпускники вузов не будут тратить время на адаптацию, значит, вот, то есть их учили на старом, они приходят на современное предприятие и говорят, так, все, что там учил, забудь, вот еще два года учи, вот теперь, значит, вот у нас будешь подготовку пытать. То есть мы, у нас нет этого времени. Новый производственно-технологический уклад, он быстро наступает, поэтому надо уже в школе, в высшей школе, в техникумах, в профессионально-технических учебных заведениях надо готовить уже выпускников, чтобы они были не просто адаптированы, они знали, они приходят, вот пришли в первый день уже, они понимают, что тому, что их учили, вот они сейчас это могут применить уже сейчас на рабочих местах. То есть вот комплекс таких вот вещей надо. Вот из этого будет складываться независимость. Тогда можно, честно говоря, и наплевать на их вот изобретательность, вот как нам нагадить. Значит, как сейчас поговорка сказала, англичанка гадит. Ну, пусть она гадит себе, значит, так. Но это не должно нас не смущать, не в лихорадку там приводить или там в состоянии испуга. Вот такой должен быть, на мой взгляд, нормативно-правовой акт, закон. Но главное сейчас надо реализовать то, что президент сформулировал в послании. Это устойчивое и стабильное развитие экономики. Это выход на производительность труда не менее 5% в год. Это надо, чтобы прирост внутреннего валового продукта ежегодно происходил не менее 3%. Ну и надо, чтобы вот инфляция она не превышала 3-4%. Вот я бы назвал 3-4-5%. 3%, 4% и не менее 5%. Вот если вот эта концепция, которую сформулировал президент, 3, 4, 5 будет соблюдаться, то у нас нам никакие там пакости и гадости, которые нам готовят из-за бугра, они нам не страшны. Давайте перейдем к другому законопроекту, тоже не менее важному. Его приняли в прошлом году. Это по использованию и распространению контрафактного алкоголя. Вот каких успехов удалось достичь за время его действия? Да, мы два года назад сформулировали ряд поправок. Я был по поручению Валентина Ивана Матвиенко происходил, потому что эксперты нам принесли такую печальную статистику. Из 140-145 ежегодного потребления декалитров крепкого алкоголя, то есть это 140 миллионов ведер, если так перевести на такой бытовой язык, то есть пить-то меньше не стали, а заводы, официальные заводы, получившие право и лицензии в соответствии со 171 федеральным законом, отпускали всего 75-76 миллионов. Это означает, что половина находится в тени. Это означает, что это угроза физическому здоровью населения, потому что там не сертифицированное, не проверенное, не в лабораторных условиях никак. Крепкое это пойло, оно поступает, оно разливается, люди пьют. По 20, по 15, по 20 тысяч ежегодно умирает от отравления. Там метиловый спирт, там не просто там какая-то в третью смену разливали, значит, обходя вот систему контроля, систему ЭГАИС. Оно и просто начали... Просто начали в гаражах варить и там в каких-то значит, неприспособленных производственных помещениях. Поэтому это уже, так сказать, явление стало обретать такую вот угрозу такую вселенского масштаба. Поэтому у нас было две задачи. Первая, значит, вот спасти от массового отравления населения, а во-вторых, это приблизительно 170 миллиардов рублей мимо кассы проходит. То есть мафия. Значит, не уплачивая налоги, а спаивая население таким образом, оно просто вот 170 миллиардов ежегодно получало, значит, вот незаконных доходов. То есть это масштаб, очень такой глобальный масштаб. Поэтому мы внесли ряд поправок в 171 федеральный закон, я уже неоднократно перечень перечислял. Какой результат? В первый год применения мы получили 56 миллиардов дополнительного бюджета.
И по итогам 2017 года вот Росалкогольрегулирование, Минфин мне доложили, что мы получили 62 миллиарда. То есть вот цена наших поправок за два года больше 100 миллиардов рублей. Вот, за первый квартал, я вчера вот интересовался у председателя, Косарев есть такой, Игорь Борисович, это председатель ассоциации производителей, ну, законных производителей, как раз вот, у которых есть лицензия, производителей крепкого алкоголя. Косарев говорит, что за первый квартал их заводы, официальные государственные заводы, они сделали прирост на 8%. То есть выходят из тени, значит, мы закрываем на Северном Кавказе, имеется в виду вот Феогдон, есть такая долина Феогдон, они там в сутки спирт производили по 12 тысяч литров в сутки из кукурузы. Вот мы ее, значит, вот я сам присутствовал при уничтожении этого, собрал всех силовиков, судебных приставов, значит, решение суда, вот, и, значит, вот разрезали это оборудование. В Кабардино-Балкарии, вот сейчас, значит, очень мощный завод тоже сейчас остановили, сейчас идет уничтожение оборудования. Короче говоря, за эти два года на складах временного хранения ждут своего уничтожения больше 400 заводов. То есть за два года, вот так мы объявили войну. Я хочу сказать о том, что это не только Северный Кавказ. В Подмосковье очень много, там порядка 50 заводов под Московской области уничтожено. Кстати говоря, и в Ульяновской области, если приехать на Липецкий завод, склад временного хранения Роспиртрома, я ходил целый день, изучал, значит, географию, откуда. Там Новосибирск, Владивосток, значит, Амурская область, Калининград. Ульяновская область. Небольшие два заводика Ульяновской области. То есть эта эпидемия захлестнула всю страну. И поэтому тут Валентина Ивановна такую задачу нам поставила. Мы с ней... По сути, это вариант, такой инструмент парламентского контроля. Я приглашаю раз в месяц заместителя министра внутренних дел, руководителя Росалкогольрегулирования Чуяна, значит, Роспиртпром, руководство, значит, судебные приставы и так далее. Роспотребнадзор, естественно, ну и там всех-всех-всех. Вот, поэтому нам удалось вот выслушать все позиции, все точки зрения, и мы вот три пакета поправок внесли. И не только в 171 федеральный закон, который регламентирует производство и оборот крепкого алкоголя, в части борьбы с мафией, вот мы там. А второе, мы поправку внесли в Уголовный кодекс, увеличили, значит, увеличили сроки лишения свободы и штрафные санкции там с символических 200 тысяч до 3 миллионов, до 5 миллионов. Первый раз попался — 3 миллиона, второй раз — 5 миллионов, третий раз попался — будь добр, 6 лет. Вот это немножко начинает, значит, вот уже это действовать. Потому что меры, которые были заложены в Уголовном кодексе, а мы еще и поправки сделали в Уголовно-процессуальном, в УПК, они были символичными. Они не отвечали масштабам бедствия. Масштабам, значит, вот, представляете, у нас самый такой тяжелый год, в котором мы, я уже не помню, это был год 4 назад, да, мы потеряли 25 тысяч человек, граждан. Это больше, чем в Афганистане в два раза за 10 лет. Но это же надо просто вот вдуматься. Ежегодно теряем, значит, это районный центр. Даже не районный центр, район. По нашим масштабам, значит, вот этот Корсунский или Сурский район. Я неудачно сравниваю, лучше не на нашу Ульяновскую область сравнить, но я просто, чтобы это было понятно. Поэтому мы объявили войну, и, конечно, значит, и мы еще пока, нам рано говорить, что мы в полном объеме справились. Мафия изощренная. Вот я вчера только узнал, против моего комплекса меров, какую новую придумали. Арестованное по решению суда оборудование задним числом мафия оформляет как под обеспечение, якобы оно находится в банке в залоге под кредит, который они брали якобы для нового оборудования. И все, уже банк говорит, а вы не имеете права уничтожать, значит, вот. И вот сейчас еще ответственность к таким схемам надо сейчас вот предусмотреть, чтобы банки уже тогда несли, если они вступают в сговор с этой мафией. И вот не успеешь вот набор мер придумать, мафия тебе, значит, контрмеры какие-то.
Поэтому идет вот это говорить о том, что мы справились с этой задачей, невозможно. Поэтому вы такой простенький вопрос задали, но этим надо заниматься постоянно. И чем больше будет заниматься здесь Росалкоголь, регулирование, МВД и, конечно, оперативное решение арбитражных судов и судов общей юрисдикции. Здесь иногда вот арестованное арестованное или печатанное оборудование ждет свое решение по полгода, а то и год. Год. И вот ждут. Значит, когда мы отвернемся, всем, чтобы опять распечатать и начать делать. Поэтому здесь, на мой взгляд, должна быть упрощенная процедура рассмотрения в судах. И, значит, и судебные приставы должны работать по уничтожению в упрощенном варианте. Зато вы как емко ответили. Да, я немножко увлекся от ответа, да, извините. Война продолжается. Война продолжается. Ну, у нас в городе на этой неделе просто главная тема для обсуждения – это вернуть историческое название площади напротив правительства, назвать Соборную площадь, а вместо площади Ленина. Даже сегодня, вот в это время, в Общественной палате проходит дискуссия большая с участием и из правительства, и общественников, а простых горожан. Все высказывают свое мнение. Выскажите свое, что вы думаете по этому поводу? Что лучше, оставить как есть или вернуть историческое название? Да, это непростой вопрос. Я отношусь к той категории людей, которые относятся трепетно и очень осторожно к истории, к историческим событиям, явлениям, названиям или эпизодам какой-то нашей истории. Это такая тонкая материя, которая, тонкая вещь, которая затрагивает в обязательном порядке и в плюсе, и в минусе и одну категорию граждан, и другую категорию граждан. Поэтому вот в контексте вот этого случая площадь Ленина и Соборная. За 370 лет истории нашего, ну, современной, я не говорю там болгарский период, значит, или там, значит, вот после ордынский период или доордынский период, значит, ну, вот 370 лет, когда Богдан Хитрово, выполняя указ Алексея Михайловича, пришел сюда. Кстати говоря, эту площадь ее можно было бы назвать равным успехом Богдановской, например. Вот, с исторической точки зрения это самое так, правильно было бы. Вот. Или Хитрово. Значит, это какая-то немножко неправильно. А вот Богдановская площадь. Поэтому я немножко саронизировал. На самом деле это очень все серьезно. Поэтому посмотрите, площадь, которая вот сейчас имеет название Ленина, она уже более 80 лет, да? 80 лет приблизительно. 1918. Вот, пожалуйста. Это уже три поколения. И как минимум надо бы спросить, широкий опрос сделать представителей этих трех поколений, на глазах которых формировался Ульяновск, и как экономический центр, и как исторический центр. А Симбирский-то ведь никто не знал, когда в нем жило 24 тысячи или там 40 тысяч. Начали узнавать, когда здесь появились по специальному решению, значит, вот, Политбюро и Центрального комитета и Совмина, такие мощные такие индустриальные кластеры, как сейчас модно говорить, и автомобильные, и тяжелого станкостроения, и радиоламповые, значит, и авиационные, и патронные, и так далее, и так далее. Вот. Но с другой стороны, и я, кстати, вот какое-то мистическое совпадение. Я сегодня привез из Москвы репринтерную такую карту Симбирска 1900 года, которую сделали наши градостроители и архитекторы, землемеры Симбирска за 13 лет до строительства моста. Ну, уникальная карта. И в центре города там крестообразная такая, значит, площадь, Соборная площадь. Она в парке находится так хорошо. Она тоже много лет была, я так думаю, тоже около 100 лет. Это название было 100 лет до того, и сейчас вот... И современное название тоже около 100 лет. Поэтому я вот все-таки придерживаюсь вот такого очень внимательного и осторожного отношения к историческим вот событиям и явлениям. Я бы все-таки как минимум сделал широкое слушание и опрос населения, а лучше всего сделать референдум.
Тем более у нас осенью будут выборы. Спросить разрешение избирательной комиссии, значит, включить дополнительный вопрос там, вторым, третьим или четвертым пунктом. Как вы относитесь? Вот тогда это будет волеизлияние народа. Вот тогда это будет и вписываться в саму концепцию парламентаризма. Завтра, кстати говоря, значит, день рождения парламента нашего, как вы помните, 27 апреля 1906 года, значит, начала заседать Первая Государственная Дума. Правда, она просуществовала недолго, 73 дня, и Николай II ее распустил. Была собрана вторая, уже все сословия сошлись. Но она тоже недолго, 103 дня была. А уж вот Третья Дума, она там подготовила фундаментальные законы и первая роспись бюджетной была. А почему она появилась? Потому что народ в 1905 году сказал царю, значит, принимая решение, посоветовавшись с нами. Когда он эрзац Думу сформировал из высшего сословия, народ говорит, нет, вот наше еще представительство, крестьян, рабочих, вот все сословия должны. Появилась вторая, третья Дума. Вот, поэтому, почему? Да и в Конституции у нас записано, что власть, высшая форма проявления власти или опора власти – это народ. Ну, спросить у народа, в какой это форме, значит, либо это город какой-то региональный плебисцит сделает отдельный, либо ее приурочит к выборам, они будут 9 сентября, и такой единый день голосования по всей стране, либо такой массовый опрос. Я, кстати говоря, может быть, неудачный пример, но расскажу. Вот, значит, в Павлодаре, в Казахстане, значит, вот местное руководство казахское приняло решение, а это исконно русский, как вы помните, город был, да, вот так как мы забыли об этом, а северная территория Казахстана – это казачья территория. Ну, там сейчас уже от казаков мало что остается, но русского населения все равно еще много. И вот центральная в Павлодаре улица, она такая, как у нас, такая старая, значит, вот историческая, она называется улица Ленина. И вот активисты, казахи, значит, национальное там у них движение есть, они решили ее переименовать в улицу Астана. И народ потребовал, значит, вот обсуждения. Не было плебисцита, не было референдума, но широкое обсуждение в интернете, пожалуйста, откройте, если посмотрите, Павлодар, улица Ленина, и вы увидите, вся страна наблюдала, да не только страна, мы, российские пользователи, можете посмотреть. Поэтому здесь я очень рад, что это в поле зрения общественной палаты попало, это хорошо, это как минимум общественная палата, это не только комиссия градостроительная, там 7-10 человек должна смотреть, это со всех точек зрения неправильно будет. Это подмена волеизлияния там или желания, значит, всех, точки зрения, я бы сказал, всех граждан. А вот общественная палата, значит, депутаты городского совета, вот, а уж в лучшей форме это слушание, открытое слушание, телевидение есть, интернет у нас есть, ничего не мешает это сделать. Или уж самый такой простой и самый такой понятный, такой простой, как 3 копейки. Это вот голосование. Опрос. Просто и все, опрос. Пожалуйста, получите разрешение, специальное разрешение Центра избиркома, избирательной комиссии нашей областной, и все. Если они разрешат, дополнительный вопрос. И люди поймут, почему появился дополнительный вопрос. И это будет справедливо, и самое главное, будет отражать объективное мнение граждан. Сергей Николаевич, спасибо вам большое за такие объемные, интересные ответы. Ну, а наше время подходит к концу. До новых встреч!